Чтобы получить верх Ликсина, зайдите в Time Points и в магазин всех существ и за 600 тайм-тикетов, то есть равно 10 часов игры, купите верх Ликсина. У него вышел ремейк, давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот маленький верх Ликсинчик. Давайте посмотрим, какой был верх Ликсин. Вот такой вот он был маленький, давайте посмотрим, какой он был, когда стал взрослым. Самец от самки отличался рогами. Здесь у него тоже присутствуют звезды, как мы увидим в ремейке, они в большем количестве. Давайте посмотрим. Самец от самки отличается. У него появляются такие кружочки над его рогами. Маленький он вот такой. Интересный. Давайте его вырастим. Больше звезд, луна, его рога. Верх Ликсин – это полуводное существо, травоядное, большого размера. Здоровье 4000, урон 170, выносливость 140, время роста 40 минут, вес 3500, скорость ходьбы 27, скорость бега 79, charge, launch, frosty, блок фростбайта 60%, защитный фростбайт 5%, быстрое восстановление, дарт, зона водного восстановления и дыхание шторма. У него очень все красиво сделано, он правда такой космический, светящийся, но мне он нравится, он здоровский. Посмотрим его анимации и голос. Верх Ликсин довольно послушное травоядное животное, можно встретить его греющимся на пляжах или плавающим глубоко под поверхностью океана. Они социальные существа и часто собираются в группы по 3-5 особей. Они предпочитают плавать в океанских течениях, поскольку сами по себе они не очень быстрые. У них стройное длинное тело с толстыми предплечьями и тонкими, похожие на копытных, задними лапами. На самом деле у него нет прямого источника вдохновения, но многие сравнивают его с Юрой, и разработчику особенно неприятно это слышать, потому что он очень много работал над дизайном, и в основном он был вдохновлен выдрами, оленями и драконами. Также он видел, как некоторые говорили о том, что он не выглядит полуводным. У верх Ликсина на самом деле водонепроницаемый мех, который помогает ему скользить по воде. Это цитата концепт художника. Основной версии его. Верх Ликсин – это первое существо, которое получило способность дыхания бури. И еще он заменил ночной миф во временной гаче. Напишите в комментариях, какой верх Ликсин вам больше нравится, ремейк или старая его версия.